Привет, меня зовут Артур, мне 7 лет. Я сегодня буду говорить про Адама и Еву. Бог создал сначала Адама. Адам был как другом Бога. И Адаму какой-то раз было скучно, и Бог усыпил Адама и вытащил ребро от Адама, потому что Адаму было скучно, и жена была Адама, и Бог дал ей имя Ева. И когда как-то раз Бог сказал: не кушайте от дерева плод от добра и зла, сказал Бог. Если скушаете этот плод, сделайте большим грехом. И один раз там был змей и сказал Еве: если скушай этот плод, и если ты скушаешь этот плод, станешь как боги. А Ева подумала мыслями и взяла этот плод и скушала. Потом пришел Адам и посмотрел на нее. А Ева потом дала Адаму этот плод. Потом пришел Бог и сказал Адаму, и кричал: «Адам, Адам, ты где?» Адам сказал: «Я тут, за кустами». И Адам сказал: «Я не могу выйти, потому что мы наги, наги». И потом этот Адам вышел и сказал: «Нет, Бог сказал, вы что, съели плод?» И этот Адам вышел и сказал: «Это мне, Ева, которую ты мне дал». Потом Ева сказала: «Это змей, который ты мне дал». И потом змей вышел, и Бог взял змея и сказал какие-то слова, я не помню. Потом Бог вытащил этого. Потом они вышли из Адамского сада, и ангел закрыл этот Адамский сад. Артур, вот ты рассказал про историю про Адама и Еву. Какой урок ты можешь вынести из этого рассказа? Ну, этот змей был другом Евы, а Ева была другом Адама. И дьявол соблазняет людей через близких, через всех одноклассников, через всех другов, через друзей. Тогда что, надо быть аккуратным к тому, что говорят наши друзья, близкие, да? Да, надо быть аккуратным и друзьям не верить. Можно верить хорошим, но нельзя, например, мой друг говорит: идем покурить, но это нельзя принять, потому что это плохое, а Бог говорит: не делай плохого. Артур, вот после чего Адам и Ева согрешили, они начали отвечать Богу. Они правильно ответили или нет? Нет, потому что не надо было так. Адам скинул вину на Еву, а Ева на змея. Это не было правильно. Надо было признаться: это я сделал, покаяться, признаться, все, что ты сделал. А они поступили неправильно. Они скидывали вину на друг друга. Угу. Как ты думаешь, если бы они покаялись, Бог бы их простил? Ну да, простил. Хорошо. Желаю, чтобы... Ой. Вы видели, как Адам и Ева попались на уловку сатаны. И желаю, чтобы вы тоже не попались на уловки сатаны. Люблю вас. Пока!